Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас пятница, за бортом 31 градус, и предупреждение, вопросы по поводу того, что у нас тут говорят по поводу встречи сегодняшней Трампа и Путина, рассказываю, потому что я сегодня послушал как американские, так и канадские, и англо-канадские, и франко-канадские, и, соответственно, какие еще... И русские даже я послушал. Средства массовой информации, соответственно, могу резюмировать. Но русские я трогать не буду, потому что они очень специфические в плане подачи информации. А вот канадские, американские я озвучу. Значит, что было сказано? Во-первых, я бы обратил внимание на то, как говорилось. То есть в качестве такого summary небольшого я хочу сказать, что тон... по поводу того, что связано с Путиным, в средствах массовой информации на Западе он значительно успокоился по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад. То есть никто уже не обзывает Путина нехорошими словами, не говорит о том, что он плохо себя повел, что он там неадекватный политик, условно говоря. Собственно, просто говорится о том, что был, сделал, сказал там и так далее, без какой-либо эмоциональной окраски. И в этом плане мне подача информации нравится гораздо больше, чем было прежде. В том плане того, в том плане, что люди стараются давать материал, а не пытаться давать какое-то политическое комментирование с негативной коннотацией к этому. Соответственно, если мы говорим про сегодняшнюю встречу, то было сказано о том, что Путин и Трамп встретились, что они вели себя очень дружелюбно по отношению друг к другу. Было сделано объявление, какие темы они обсуждали. Обсуждали они тему ситуации в Сирии и обсуждали тему ситуации борьбы с международным терроризмом. Соответственно, что касается первого вопроса, то там речь шла о том, что необходимо возобновить координацию действий военнослужащих американских и российских. И, как вы знаете, там какие-то сейчас трения происходят. Кто-то кому-то чего-то не говорит, кто-то чему-то там не рассказывает. То есть какое-то напряжение между генералами происходит. И, соответственно, речь шла о том, чтобы вернуться к тому формату, когда стороны между собой сотрудничали. И вторая тема, тема, связанная с борьбой с международным терроризмом. В общем, опять же, вопросы, связанные с обменными данными по поводу террористов, которые перемещаются по миру, по поводу того, что они планируют, где они планируют и так далее. И, собственно, было отмечено особенно и американскими, и канадскими СМИ, что тема восточноевропейских дел, тема там Украины там и так далее, она не поднималась даже. То есть на эту тему, по крайней мере, официально представители Кремля, представители Белого дома ничего не заявили. То есть подразумевается, что об этом даже не говорили, эту тему даже не вспоминали. Вот, собственно, что говорили, как говорили и о чем говорили в канадских и американских СМИ сегодня. Соответственно, информация базируется на радиостанциях англоязычных, я имею в виду, онтарийских и квебекских, франкоязычных квебекских и американских, радиостанция штата Вермонт, которую я очень люблю слушать в последнее время, и радиостанция штата Нью-Йорк. Все, до сих пор откланиваюсь. Всем хорошего дня и счастливо. Пока.